Всем привет, я Иллиди, а это моя собака Джина, и сегодня пятница, а значит, это день розыгрыша. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые конкурсы и розыгрыши, а я вам расскажу, что нас сегодня ждет. Во-первых, я вам расскажу, что же выбрал победитель конкурса номер 10, объявлю новый розыгрыш, и мы узнаем победителя прошлой недели розыгрыша номер 11. Победительница розыгрыша номер 10 Софья выбрала для своей собаки, а у нее 7-месячный русский спаниель, игрушки. Какие? Я сегодня буду собирать для нее как раз посылочку. Ну, во-первых, ей очень понравился вот этот гамбургер, игрушка для ее собаки. Она отправляется тоже в посылочку. Вот такая косточка, тоже сюда в посылочку. Также фрисби. Я думаю, активные игры обеспечены, это очень здорово. И вот такая тянучка на бутылке с корпорацией монстров, моего любимого цвета, между прочим, тоже отправляется. 4 игрушки и еще письмо, которое я напишу обязательно персонально для Сонечки и вложу сюда. Сегодня я объявляю очередной розыгрыш, который у нас проходит каждую пятницу. Это будет уже розыгрыш номер 12. И в призовой фонд я добавляю на этот раз игрушки для кошек. А именно, вот такие дразнилки, удочки, самые разные. И еще несколько игрушек, только вы их сможете увидеть в отдельном обзоре, который у меня уже есть на канале. Обязательно посмотрите, там я подробно показываю, какие игрушки. Помимо этого, в самом посте, репост которого нужно будет делать, будут фотографии этих игрушек, так что сможете посмотреть. Ну а помимо этого, у нас есть еще в призовом фонде призы и для других питомцев. Давайте я вам напомню, что же у нас есть. А у нас есть пулеры для собак, мини, макси и стандарт. Вот они, кстати, стоят. Также есть множество различных игрушек для собак на выбор. Фотографии, опять же, увидите в посте или в личном сообщении, когда я напишу победителю. Помимо этого, в призовом фонде есть 3 набора: ошейник плюс поводок, кожаные. Размеры вы можете посмотреть также в посте. Еще есть у нас набор для натурального кормления. Это питательные смеси, натуральные лакомства. Также у нас есть призы и для владельцев аквариумов. Это различные декорации на выбор, прямо наборы. Есть также ботиночки для собак, лакомство для собак. Также есть различные рулетки для ваших собак разных размеров, длины, на тросе или ремне. Под любую собаку обязательно подберем. Помимо этого есть еще и одежда для собак, и зимние, и осенние, и футболочки. Короче, на выбор. Размеры одежды и все прочее опять же будет в посте. Что же нужно сделать для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше? Все вещи, которые есть в призовом фонде, они мне все очень нравятся, и это то, что я рекомендую на моем канале. Победителя мы определяем каждую неделю, конкурс проходит каждую пятницу. Победитель выбирает на выбор что-то из нашего призового фонда. Я сама связываюсь с победителем, мы выбираем и собираем посылочку. Что-то выбирает сам победитель, что-то докладываю я. Ну и, конечно же, письмо от меня. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в данном розыгрыше? Все очень просто. Конечно, вы должны быть подписчиком моего канала Иллиди Pets, потому что это розыгрыш только для моих подписчиков. Конечно, вы должны поставить палец вверх этому видео в знак поддержки этой идеи, идеи розыгрышей. А также вам нужно перейти по ссылке, которая есть в описании прямо под этим видео, в нашу группу ВКонтакте. Это группа о питомцах. Далее вам нужно вступить в эту группу и найти в шапке сообщества в самом верху пост. Нужно сделать репост этого поста к себе на страничку и закрепить его. И ровно через неделю рандомным способом, сейчас вы узнаете, в конце ролика мы будем выбирать очередного победителя, мы выбираем победителя-счастливчика, которому и отправится посылочка. Итоги розыгрыша номер 12 мы узнаем ровно через неделю, 18 ноября, в пятницу. Ну а сейчас мы узнаем победителя розыгрыша номер 11. Давайте же приступим. Итак, приступим к розыгрышу. Вот наша группа, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео, а это пост, который закреплен в шапке нашего сообщества, его репосты нужно как раз таки делать. Я уже скопировала ссылку на наш этот пост, и я отправляюсь в приложение, которое рандомно определит победителя. Так, вставляю ссылочку, наименование приза пусть будет от Иллиди, напишем так, от Иллиди, количество призов 1. Нажимаю плюсик, репосты,
Так, пользователь должен быть подписан на сообщество, галочку убираю, потому что я буду вручную проверять, так будет надежнее, является ли потенциальный победитель участником нашего сообщества. Итак, друзья, сегодня у нас какое число? 11 ноября 2016 года, время 14:30, пятница, день розыгрышей. Также я хочу добавить то, что и приз, и отправка до победителя бесплатно по России, Украине, Беларусь, Казахстан, Молдова, все страны СНГ, поэтому участвуйте. А я вам желаю удачи. Ну что, я нажимаю на кнопочку «Определить победителя». Так... Всего репостов 5428 было, кстати говоря, и я здесь вижу Никита Журавлев, но на аватарке я вижу собаку, а не человека. У нас один, в посте написано, что один из правил конкурса – это то, что страничка не должна быть фейковой и обязательно должна быть аватарка реального человека, чтобы никому не было обидно. И в таких случаях это уже не первый раз бывает. Я нажимаю «Найти другого», то есть вот здесь кнопочка есть, то есть следующий потенциальный победитель. Давайте мы посмотрим следующего победителя, потому что здесь, ну вот, посмотрите, собака. Ну, как бы собаки у нас сами не принимают участие, принимают участие их хозяева. Поэтому, друзья мои, смотрите, чтобы у вас была настоящая аватарка. Итак, нажимаю на кнопочку. Алина Контарева. Вижу тут половинку аватарки. Ну, давайте посмотрим. Алина Контарева. Давайте зайдем в наше сообщество и посмотрим уже непосредственно страничку. Так. Контарева. Так, давайте зайдем. Она в участниках нашего сообщества, уже вижу. Давайте зайдем на страничку. Ну что, это страничка реального человека. И аватарка полностью здесь открылась, собственно говоря, почти полностью. И здесь есть какие-то фотографии. Давайте посмотрим, запись закреплена или нет. Да, запись закреплена, и Алина написала «хочу». И дальше наш пост, который закреплен. Ну что, Алина, я вас поздравляю, вы стали победительницей в этом розыгрыше, и я с вами свяжусь, поздравляю победительницу, а вы участвуйте в наших розыгрышах, и нам непременно, точнее вам, и нам тоже повезло с вами, а вам непременно повезет в розыгрыше. Увидимся!